Александра Данченко, 9 лет, город Москва. Я люблю кататься на велосипедах, разгадывать загадки, всякие ребусы решать. Мне не нравится, когда происходят драки, ссоры, и у меня возникает волнение. Потому что это как-то вот не, либо не по-дружески, как-то отношения всякие ссорятся. Я хотела бы стать великой теннисисткой, чтобы меня показывали по телевизору. Я выигрывала очень большие турниры. Ну, я хочу себе, чтобы у меня дома очень было много животных, и они бы все дружили. В свободное время я занимаюсь рисованием, рисую картины по номерам, могу сделать абстракцию, и меня это очень завлекает.